Еще один образ из обзорной точки. На нем множество башен. Похоже, он был запечатлен. Откуда-то с большой высоты. Точка, с которой запечатлели этот образ, должна быть где-то на высоте крыш. Я могла бы осмотреться с вершины той железной вышки, но я не вижу способа на нее подняться. Придется вернуться позже. Что я здесь? Еще повоюем. Что надо. Точка, с которой
запечатлели этот образ, должна быть где-то на высоте крыш. Я могла бы осмотреться с вершины той железной вышки, но я не вижу способа на нее подняться. Придется вернуться позже. Наверное, там впереди вход в причал. Эй! Это она? Живая легенда! Это причал, да? Я ищу Альву. Блеститель Поха и велел привести тебя к нему, если ты прибудешь. Прошу, идем. Беги, скажи, что мы идем. Это она! Искатель права. Блеститель Бога, незнакомка вошла в ворота. Я знал, что Альва не будет врать. Ты вылитая, Собок. Альва здесь? Хочу поговорить с ней. Я рассмотрю твою просьбу, когда мы поймем, кто ты такая. Живая легенда, как считает Альва, или враг, укрывшийся под ее личиной? Я вам не враг, ясно? Но на материке ваши солдаты стреляли в меня без предупреждения. Это ты так говоришь? Те солдаты погибли и не могут рассказать правду. Я пыталась уйти от боя. Позволь представить тебе директора. О, вот и наша загадочная гостья. Что ж, Бохэй, что ты предвидишь? Кто она? Это загадка, мой директор. Почему она выглядит как Собек, но ничего не знает о нас? Неужели мы поверим, что живая легенда родилась на убогой земле, отделенной океаном от мира избранных? И если так, то почему? Я не знаю. Она скажет. Но предупреждаю, лжи мы не потерпим. Отвечай. Что ты здесь делаешь? Какова твоя цель? Я ищу место под названием Фивы. И что тебе там нужно? Альва немного рассказала мне о ваших поисках. Пожалуй, мы ищем одно и то же. Способ исцелить мир. Как я и думал. Скажи ей. Мы нашли Фивы. Последнее пристанище тайн Теда Фаро. Это недалеко, но путь закрыт для нас. Машина не дает нам попасть в тот район. Искатель Альвы сейчас там, вместе с копателями и солдатами. Она в порядке? Разведчики говорят, что машина зажала наших людей. Они обороняются, но не сдаются. Машина, да? Я могу с этим помочь. Альва рассказывала о твоих возможностях. Но сперва несколько вопросов.
Мы постараемся ответить. Вы нашли Фивы. Как? Легенды открыли их нам вскоре после основания причала. Почти год назад. Альва обнаружила древние документы. Я проверил их подлинность. В них говорилось о постройке гигантского подземного дворца. Где именно? Близко. Под Великой пирамидой в руинах неподалеку. Логично. Тед обожал пирамиды. Вы были внутри? Нет. Возникла проблема, одна из многих. Их мы сумеем решить в свое время. В первую очередь надо справиться с машиной. Надеюсь, ты и правда специалист по ним, как рассказывала Альва. Что именно вы ищете внутри ФИФ? Я думала, Альва нашла нужные данные. Плыть через океан – большой риск. Поэтому здесь мы должны найти как можно больше свидетельств наследия. И Фивы – важнейшая находка. Мы не уплывем отсюда, пока не завладеем их тайнами. Значит, ты начальник Альвы. Коллеги из Совета Блюстителей поручили мне возглавить научный отдел и обеспечить сбор данных для этой экспедиции. А ты возглавляешь всю экспедицию? Это преуменьшение! Ты обращаешься к брату императора всех Гвен, наследнику земель Великой Дельты и первому директору за 5 поколений! Ей достаточно знать, что здесь я управляю всем. И что я намереваюсь постичь тайны ФИФ. Я тоже. Повезло. Вы пересекли океан на этих судах? Это было непросто. Великие не боятся трудностей. Воистину. Мы 7 лет строили нашу флотилию. Эта экспедиция – величайшее достижение нашего поколения. Поход. За знаниями через бездонное море, и на кону стоит судьба всего племени. И ничто из этого не свершилось бы, если бы не воля директора. Путь сюда был труден, как и покорение этих земель. Наши моряки и солдаты через многое прошли, я это знаю. Но все это... Во славу Квен! Я запомню. А что за машина не дает вашим людям отойти от ФИФ? Громозев. С ними мы уже сражались, но этот... Сильнее, мощнее и с черной броней? Да. Откуда знаешь? Неважно. Будет непросто, но я с ним справлюсь. Судьба улыбается нам. Я знал, что будет так. Сама живая легенда пришла к нам. И она поможет мне открыть тайны ФИФ. Подготовься, если нужно. И иди к ФИФам, к основанию пирамиды в руинах. Мы пойдем за тобой, как узнаем, что ты расчистила путь. Нормально.
стало немного чище. Наконец-то встал на ноги. Ага. Ты как? Дикарка! Беги, чужачка! Там бродит машина-убийца! Машина убьет тебя! Вот ты где! Придется нам драться!
Чужачка, подойди! Элой! Сюда! Ты меня тут нашла. Альва, рада, что ты в порядке. Ты избавилась от машины. Но что ты здесь делаешь? В Фивах есть кое-что, что мне нужно. Я была в причале, встретила директора, и мы договорились с ним. Как бы. И ты поможешь нам попасть внутрь? Вроде того. Переговоры были напряженными. Очень. С этим парнем что-то не так. И я не понимаю, что ему нужно в Фивах. Я думала, мы нашли на материке все нужные данные. Те данные мы будем разбирать годами. А директор требует результатов. Элой, будь осторожна. Он... А вот и они. В наследии сказано, что Элизабет Собек помогла легендам преодолеть все препятствия. И так случилось сегодня. Ты сдержала свое слово. Хорошо. Фивы ждут внизу. Идем. Вот это раскопки. Здесь все было затоплено. Пришлось откачивать очень много воды. Узрите дверь Фивы. Это непростая дверь. Да, в этом ты прав. Она откроется только перед одним. Тедом Фаро. Но в наследии сказано, что он тесно сотрудничал с Собек, доверял ей. Она могла открыть эту дверь, а значит, и ты сможешь. Нет, не выйдет. С этой стороны точно. Ты сказал, что она живая легенда, и в ней возродилась Собек. А, простите. Фаро был велик, но он не мог построить дворец один.
Мы знаем это из документов, которые нашли. Из тех, что указали нам на это место. И мы нашли упоминания о нижних проходах. Может, их сделали для строителей или для слуг. Нам туда не добраться. Они затоплены и расположены слишком глубоко, но... Да, я доберусь. Внизу может быть другой вход. Видите? Собак всегда находит путь. Так сделай это и пусти нас внутрь. Да, тут я попаду внутрь. Тут должно быть что-то, что может остановить турбину. Турбина остановилась. Здорово. Зал для упражнений. И вот опять. Я прячусь в тренажерке и пишу, чтобы не сбрендить в этом зоопарке. Не верится, что Григорий умер. Наш так называемый духовный лидер вчера был жив-здоров, а утром его нашли мертвым. И никто со мной об этом не говорит. Обращаются со мной, как с ребенком. Шепчутся за спиной, как будто меня шокирует смерть после конца света. Значит, Тед в
взял с собой в бункер компанию. И эту девочку тоже. Жилые комнаты. Довольно большие. Нет ничего нормального в компании из ученого, его дочери, гуру и, скажем прямо, целого гарема, переживающих конец света в подземном бункере триллионера. Но после смерти Григория все, боюсь, станет только хуже. Он эти пару лет держал Теда в узде, типа того. А что будет без него? И мы даже не знаем, что с ним стряслось. Девочка права. В Теде нет ничего нормального. Надеюсь, основной вход там, и я смогу впустить сюда Квен. Вы посмотрите. Этот бункер не лишен красоты. Так, вот и дверь. Надеюсь, она открывается изнутри. Большинство женщин Теда меня не любят. У них тут идет война домохозяек за внимание единственного муженька. Но Брианна... Голубевица. Она другая. Всегда очень добра ко мне. Мне нравится ее голос. Правда, после смерти Григория ее почти не слышно. Она не предполагает, не гадает, как остальные. Она что-то знает. Это точно. Что насчет основного? И я выясню, что именно. Ага. Отлично. Протокол аварийного выхода. Запущен аварийный выход. Дверь открыта. Судьба ждет нас. Я знал, что у тебя выйдет. Что происходит? Директор готовится войти в Фивы. Почему ты одет как Тед Фаро? Я и есть новый Фаро. Его сущность перешла ко мне сквозь годы, сквозь многие поколения. Его душа — моя душа. Его воля — моя воля. От него меня отличает лишь одно. Я не знаю его последних слов, его главных тайн. Но теперь дверь открыта. И тайны эти лежат передо мной. Когда я обрету их, мы с ним полностью воссоединимся. У меня будет все необходимое, чтобы спасти нашу родину и мир, как сделал Фар. Погоди. Кажется, ты что-то путаешь или не знаешь, кем был Фаро? Лишь я достоверно знаю, кем он был.
Кем он стал? Мной. Возродитель. Величайший из легенд. Человек, спасший весь мир. И ты. Ты понимаешь, Соб? Ты — это она, предвестница Фар. Его помощница. Идем. Мы войдем в Фивы вместе. Как и должно быть. Принесите ее одежды. Одежды? Он Фаро, а ты Собок. Ради такого случая разве не должна ты надеть подобающий деловой костюм? Нет. Нет, я это не надену. Ни за что. Ты обязана одеться подобающе случаю. Или что? Говорят, Собок ценила жизнь превыше всего. Это правда? Ладно, давайте ваши одежды. Прекрасно. Ну что, идем? Поглядите вокруг. Какое величие! Владение Фару. Аж дух захватывает. Прекрасно. Где-то здесь Фару оставил свои тайны. Пора это искать. Ваша разгульность может нам защищать выход. Протокол аварийного выхода открыл и эту дверь.